Единороссы со всего Приволжского округа собрались в Чувашии. Партия готовится к предварительному партийному голосованию, которое впервые по всей стране пройдет по открытой модели. То есть принять участие в голосовании сможет любой желающий. Сегодня в Чебоксарах открылся семинар руководителей партийных отделений. Каким опытом будет делиться Чувашское отделение «Единой России» смотрите в нашем материале. Чувашия не случайно выбрана местом проведения семинара. В прошлом году перед выборами главы республики Чебоксарского городского собрания депутатов партия «Единая Россия» впервые провела предварительное партийное голосование по открытой модели. Это помогло избирателям заранее определиться с кандидатами. Мы старались максимально открыто, прозрачно общаться с нашим избирателем, с народом, с жителями столицы. То есть любой желающий по первой модели, как вы помните, мог прийти и отдать свой голос за того кандидата, который поддержит, который ему симпатичен, в которого он верит и возлагает на которого надежды. Открытую модель голосования среди регионов ПФО тогда выбрала только Чувашия. Была проведена огромная организационная работа, ведь делалось все впервые. Определялись фамилии кандидатов, районы проведения, форматы встреч. Этим опытом единороссы и делятся сегодня с коллегами. В этом году планируется организовать и дебаты, чтобы жители Чувашии могли сравнить программы кандидатов. Есть чему учиться у регионального отделения, есть чем гордиться, есть что посмотреть. Дебаты – это у нас будет первый раз. И именно вот дебатам, которые у нас будут проходить в этом году, в этот раз мы хотим на них подробнее остановиться, посмотреть и, возможно, что-то возьмем у других регионов. Единый день предварительного внутрипартийного голосования пройдет 22 мая. До 11 апреля в региональном отделении принимают заявки на участие в праймерис. Проголосовать можно будет на специально оборудованных участках. Кандидатами от «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму России и Госсовет Чувашии станут те, кто пользуется наибольшей поддержкой и доверием избирателей. Татьяна Молокова, Игорь Зверев, Республика.